Здравствуйте! В эфире «Космическая среда» и главные новости отечественной космонавтики. В пятницу, 18 марта, к Международной космической станции с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-21», который получил название «Сергей Павлович Королёв». Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков отправились к станции по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Это был первый в истории МКС полностью профессиональный российский экипаж. Кроме того, все три космонавта, как и Сергей Королёв, выпускники Московского государственного технического университета имени Баумана, поэтому старт был назван «Бауманским». Чуть больше, чем через 3 часа после запуска, корабль «Союз» пристыковался к новому узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС, после чего экипаж перешел на борт орбитальной станции. Впервые за время работы МКС на ее борту находится сразу 5 космонавтов Роскосмоса. Планируемая продолжительность работы экипажа 67-й длительной экспедиции — 195 суток. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подвел итоги этого запуска и высказался о санкциях, направленных к «Роскосмосу» от стран-партнеров по проекту МКС. Это 80-й по счету подряд успешный безаварийный пуск по линии «Роскосмоса». Я хочу похвалить, прежде всего, свой коллектив за то, что они так ответственно отнеслись к тем задачам, которые мы поставили еще почти 4 года тому назад. Прекратить аварийность. Я горжусь тем, что работаю здесь. Поэтому, если санкции введены против нас, против тех предприятий, которые сугубо гражданские, как ракетно-космический центр «Прогресс» или наш головной институт «Цинемаш», они-то здесь при чем? ЦУП-то здесь при чем? Поэтому пусть отменяют санкции. И никаких компромиссов не будет. Мы ждем до конца марта. Отсутствие ответа на мое обращение или отрицательный ответ – это будет основа для принятия нами решения. Каким оно будет? Наберитесь терпения. Делегация Роскосмоса с рабочим визитом посетила ракетно-космический центр «Прогресс». Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов доложил о ходе работ по проекту новой ракеты «Союз-5». В настоящее время в РКЦ «Прогресс» в опытное производство введена одна из 3 установок для сварки трением с перемешиванием. На установке уже сварили несколько обечаек для первой летной ракеты «Союз-5». Работы по созданию перспективной ракеты-носителя идут по графику. Первая летная ракета будет собрана, согласно планам предприятия, в 2023 году. Вот это мощная ракета «Союз-5» получается. Она будет двухступенчатая. Мы надеемся, что она станет шагом вперед с точки зрения развития нашего ракетостроения. В рамках благотворительной акции «Прогресс детям Донбасса» прошла отправка гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Решение о проведении акции было принято для оказания поддержки беженцам из Донбасса и Украины. 22 марта ракета-носитель «Союз-2-1А» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником связи «Меридиан-М» стартовала с космодрома в Плесецке. С ним была установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связи морским судам и самолетам ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Заместитель директора по научной работе Института космических исследований Российской академии наук Александр Лутовинов сообщил, что телескоп «Артекси», находящийся на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», продолжает наблюдение неба в рентгеновском диапазоне, временно перейдя на вторую часть запланированных научных программ наблюдений. С середины марта мы начали программу, которая была запланирована примерно 24 год изначально. Это программа наблюдения наиболее интересных областей неба и точных объектов, для которых определяющим инструментом, ведущим инструментом является российский телескоп «Артекси». За 2,5 года рентгеновский телескоп сделал 4 полных обзора неба. 5-й обзор был прерван при выполнении 38% от плана. 26 февраля в рамках антироссийских санкций по решению Германского центра авиации и космонавтики.
После отключения телескопа Эрозита была срочно сформирована новая программа для телескопа Артекси, которая рассчитана на год. Она включает в себя глубокий обзор галактической плоскости, наблюдение наиболее интересных областей неба и объектов, транзиентных источников и миллисекундных пульсаров. Телескоп Эрозита, он не то что выключен, он находится в так называемом спящем режиме. Вот. И наши коллеги, они надеются, выражают такую, надежду, будем так говорить, осторожную надежду, что все-таки через какое-то время ситуация нормализуется, и те люди, которые приняли это опрометчивое, надо прямо сказать, решение перевода телескопа Эрозита, так называемый спящий режим, оно будет каким-то образом скорректировано, пересмотрено, и обсерватория вернется, опять же, к выполнению первой части научной программы. То есть я подчеркиваю, что научная программа обсерватории, она выполняется в полном объеме. Ну, просто переставили, грубо говоря, будем говорить, местами, с неким опережением пошла программа наблюдения наиболее интересных объектов для телескопа Артексе. На космодроме «Восточный» специалисты одноименного космического центра, филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, приступили к ежегодному техническому обслуживанию на стартовом комплексе для ракет-носителей «Союз-2». Также специалисты подрядной организации завершили монтаж пятого этажа кабель-заправочной башни. Башня ракетного комплекса «Амур» предназначена для размещения оборудования, коммуникаций и систем стартового комплекса, а также для обеспечения ветрового удержания ракеты «Ангара» на пусковом столе и доступа специалистам к зонам ее обслуживания. Высота будущей башни — 66 метров, вес — около 3000 тонн. Главный конструктор по обеспечению питанием экипажей Виктор Добровольский рассказал, что санкции не окажут никакого влияния на производство питания для космонавтов Роскосмоса. Основу рациона питания космонавтов составляют сублимированные продукты, получаемые путем удаления влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. Эта технология позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и первоначальную форму, а также хранить еду несколько лет без всяческого ущерба для качества. Не было бы работы, то мы ели бы круглосуточно. А так хорошо, что у нас есть работа. Поэтому у нас есть перерыв между едой. Очень вкусно. И аппетит здесь отменный. На сегодня все. Следите за нашими информационными ресурсами.